Что общего у курян и осетин? Наши прадеды плечом к плечу сражались с фашистами. Нас объединяет великая победа и память о тех, кто отдал за нее жизни. В поселке Понери на мемориале героям Северного Фаса Курской дуги появилась стела осетинским воинам. Ирина помнит своего дядю мягким, добрейшей души человеком. Но, говорит, справедливость готов был отстаивать с кулаками. Каурбек Тугузов сражался в Курской битве и стал героем Советского Союза. При его отчаянной храбрости было чудом то, что он вернулся домой живым. Тигр пошел им в тыл, он еще сам, оставшись один, развернул орудие, что было из последних сил, и они одновременно выстрелили. Он подбил тигр, а тигр, к сожалению, была контузия тяжелая, но он остался на поле боя. Еще один осетинский герой, сражавшийся на Курской дуге, Алихан Гакаев. Он был сиротой, дедушка Индира воспитал его как родного сына. Я хочу спасибо сказать организаторам. Я могу сегодня поклониться этой земле, откуда не вернулся. Он для меня как дедушка, родственник. Мы очень близкие. Война связала воедино тысячи жизней. Сражаясь против фашистов, куряне и осетины стали друг другу братьями. На Курской дуге воевало около 3000 уроженцев Осетии. Вот на сегодняшний день известны имена 178 наших земляков, которые погибли здесь, на Курской дуге. Такой же памятник в мае установили на Мамаевом кургане в честь выходцев из Осетии, погибших в Сталинградской битве. Ангелина Рязанцева, Максим Леонов, телеканал «7».